Вы на канале Валекса. Привет, кто не подписан, подписывайтесь. И сейчас я взяла такой вопрос для разбора. Нужно ли добиваться того, чего вы добиваетесь? Да, так бывает. Особенно в любви, в каких-то отношениях. Либо мы ставим какие-то цели, которые, как нам кажется, очень важны. А на самом деле, наверное, важен скорее сам путь, когда мы идем к этой цели, нежели сама конечная цель, потому что именно путь является тем опытом, который мы приобретаем для того, чтобы жить дальше. Итак, давайте задавать вопрос. Нужно ли вам прям вот так вот упорно добиваться того, чего вы добиваетесь? Вы добиваетесь что-то в материальной сфере и очень по этому поводу эмоционируете. И хотите прям вот яростно победить в этой ситуации, имеете какие-то мечты. Может быть, немножко эти мечты похожи на иллюзии, но тем не менее, вы собрались рьяно бороться за это. Так нужно ли? Вы решили даже идти по головам, не просто применять силу или силу воли, или силу своего характера, или физическую силу непосредственно. Вы решили вообще прям зубами, ногтями, клыками, чем угодно. Так а нужно ли вам? Да, вы знаете, нужно. То, за что вы сейчас боретесь, я надеюсь, вы уже осознали, вам это действительно нужно по четверке жезлов, и будет самое главное у вас в этой сфере триумф.